А сегодня я хочу вам прочитать еще одно мое стихотворение, которое называется «В гости к лесу». Сегодня суббота, день выходной. Я просыпаюсь с мыслью одной. Поеду в деревню, родню навещу и по дороге в лесок загляну. Быстро довольно рюкзак собрала, умылась, оделась, чай попила. С хорошим настроем и чистой душой рванула за город, как за мечтой. Солнце играет забавно в лучах, коровы пасутся на сочных лугах. Вон лес показался зеленой стеной, меня зазывает своею листвой. Подъехала к лесу, как он могуч, сквозь ветви берез пробирается луч. Птицы поют везде в разнобой, пахнет нетронутой летней травой. Пройдусь по тропинкам средь гордых осин, дуб величавый стоит здесь один. Там сосны в сторонке в круг собрались, как будто хотят хороводы водить. Пройдусь я по лесу, цветов соберу, в косынку грибов небольших наберу. Как здесь красиво, таинственный мир, воздух насыщен, как эликсир. Все, мне пора, и рукой помашу, прыгну в машину, вдаль покачу. Там впереди меня уже ждут, часы незаметно к полудню идут. Как же прекрасно жить на земле, плыть, как по морю, на корабле. А машина меня все дальше везет, с песней веселой мы мчимся вперед.